Крупнейшая нефтегазовая компания BP уже с 2011 года запустила программу поддержки студентов, получающих образование в сфере энергетики и экономики. Ежегодно компания выделяет гранты и стипендии бакалаврам, магистрам и аспирантам Казанского федерального. Этот год не стал исключением. Самые талантливые студенты были оценены по достоинству. Очень позитивный и многолетний опыт сотрудничества, который позволяет нам поддержать самых лучших, самых инициативных. Почему? Потому что здесь проходит независимая оценка ваших компетенций, возможностей и перспектив. Стипендианты BP определяются путем конкурсного отбора. Студенты должны представить свои научные проекты и свою активную научную деятельность, так или иначе связанную со сферой добычи нефти и газа. Обязательным условием является также отличная успеваемость по всем дисциплинам. Стипендии BP я знала уже несколько лет назад, но как раз вот в том году мне посчастливилось, выпала такая возможность принять участие. Я подала заявку. Там очень интересный бланк, ты его заполняешь, пишешь какие-то свои работы, чем связана твоя научная деятельность. Я рассказывала о своей научной работе, которая связана с восстановлением почвы, которая загрязнена нефтью. Стипендия BP назначается на один год и составляет ежемесячно для студентов старших курсов бакалавриата и специалитета 15 тысяч рублей. Более того, по словам сотрудников компании, специалисты British Petroleum берут на заметку победителя конкурса и в случае появления в компании вакантных должностей могут пригласить талантливых ребят себе на работу. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универ Ньюс.